Как передает Интерфакс, молодой человек, который на одной из улиц бельгийского города Вервье по-арабски призывал убивать христиан, является сыном радикального имама, сообщил госсекретарь по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкин. Отец юноши служит имама в пригороде Вервье, Дизоне, и расценивается властями как радикальный исламский проповедник. Несколько месяцев назад в отношении него внесли постановление о выдворении, но процедуру не завершили. О действиях юноши общественность узнала из видео, которое было размещено в интернете. Бургомистр Вервье Мюриэль Тарньон, ознакомившись с видеозаписью, предупредила полицию и призвала арестовать молодого человека.